Самое большое знамя Победы развернули на центральной площади Махачкалы – 65 метров в длину и 35 в ширину. Держали его более 400 человек. Акцию посвятили 80-летию битвы за Кавказ. Международное движение «Непокоренные». Волонтеры, школьники, студенты, чиновники. Всему Дагестану важно вспомнить и помнить о тех страшных событиях. Память не вернувшихся с поля битвы почтили минутой молчания. По воспоминанию о завершении битвы за Кавказ в этом году 80 лет битвы за Кавказ, в этом году 80 лет Сталинградской битвы, так как эти два события происходили в одно историческое время. И, конечно же, в этом году, приехав в Дагестан, мы не могли не вспомнить о том, что в этом году 100 лет Расулу Гамзатову, который написал, наверное, одну из самых трогательных военных песен «Поминовение героев». Это стихи «Журавли».